Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем кошельки, так как купюры в разных странах разного размера. Вот у нас по длине немножко доллар длиннее, по высоте моя купюра выше. И как раз делаем так, чтобы подходил кошелек под каждую купюру. Делается кошелек очень легко. Его можно подарить. Сделать из красивой бумаги кошелек, и его можно подарить. Давайте начнем. Берем лист формата А4. Этот угол на этот угол. Находим точку. Наведем ее. Здесь сделаем то же самое. Этот угол на этот угол. Находим точку. От этой точки до этой точки проведем линию. Эту линию на эту линию. Эту линию на эту линию. Этот угол на этот угол и находим точку. Наведем ее. Это у нас центр. Затем берем купюру, складываем пополам. Находим центр. И по размеру купюры делаем конверт. Вот здесь немножко отступим. И здесь так приблизительно. Так как купюры разные по размеру, по длине, по высоте, такая разница. Поэтому мы под каждую купюру делаем свой конверт. И теперь, ну, чтобы было проще, я могу линейку сюда положить. И здесь точку сразу наведу. И теперь, когда загибаем эту линию на эту линию, чтобы они были у нас на одной линии. Здесь делаем то же самое. Найдем первоначально точку, так будет легче, проще. Эту линию на эту линию. От этого угла до этого угла берем линейку и загибаем на себя. Затем опять ориентируемся по купюре, так как у нас разница по высоте разная. И загибаем нужную нам высоту. Тоже немножко с запасом отступим. И сюда вперед толкаем. Раскрываем, и этот язычок мы сюда вовнутрь убираем. Все, наш кошелек готов. Кладем нашу купюру. Как раз точно по размеру. И можно теперь или подарить, или куда-то положить на сохранение. У нас получились два кошелька. Как раз каждый немного отличается по размеру, под свою купюру по размеру. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. С вами был Жигулев Алексей. До скорой встречи. Пока! В следующем видео сделаем губы. Делается очень легко, симпатичная моделька, губы шевелятся. В качестве подарка можно, допустим, так вот сложить, подарить, и потом раскрывается.